Бременские музыканты, заяц, пингвин с мороженым, дракон и даже невеста трехглавого змея. Все эти скульптуры расположились на площадке Верхнего пруда. Работы были сделаны как из снега, так и из подручных материалов. И именно с такой техникой к творчеству подошли пенсионеры из Центра доверия. У нас одна за другой появлялись мысли, и мы их воплощали. Заяц, потому что уходящий год, они это, встречаются, естественно, это бременские музыканты, это как традиция народного этого прикладного такого искусства. По итогам конкурса никто не остался без подарка. Все участники получили денежные премии, а главный приз 10 тысяч рублей достался символу следующего года – дракону. Авторами ледяного чудища стала группа студентов. Я считаю, как бы, что их участие, оно нам покажет пример для того, чтобы наши студенты и школьники на следующий год поучаствовали гораздо в большем количестве. Евгения Креминска, Виталий Немов, новости Димитровграда.